Юрий Кулаков живет в Калиновке 53 года, за вывоз мусора платит регулярно. И его возмущает, что ежедневно сюда приезжают чужие люди и выбрасывают свои отходы. В результате чего место для сбора мусора превратилось в свалку. Некоторые нерадивые граждане считают, что платить 600 рублей в месяц за эту услугу не обязательно. Договоры не заключают и выбрасывают все ненужное в ближайшие мусорные баки. Получается, что все-таки услугу они получают, а деньги за нее приходится платить из муниципального бюджета. Приезжают с автосервиса, с каких-то там вот опера выкидывают. Здесь только не выкидывают наши. Хотя платим все мы. Платим по 600 рублей. А приезжает вся Московская область, вот, посмотрите. Проблему Юрия и еще тысяч жителей Ленинского района поднимали на ставший уже традиционный семинар встречи главы муниципалитета Олега Хромова с жителями. Вопросы чистоты в повестку дня были включены не случайно. 1 июня на территории Московской области вступил в силу обновленный административный кодекс, где в частности изменены тарифы за нарушения в отношении охраны окружающей среды. Теперь за сброс мусора в неотведенных для этого местах придется заплатить штраф от 4000 рублей для физических лиц и от 300 тысяч для юридических. Мы получаем достаточно большую дыру, которая измеряется несколькими десятками миллионов рублей в год, которые нам приходится платить и как за несанкционированные свалки. Наверное, все-таки здесь каждому нужно будет задуматься. Мы будем проводить по поручению губернатора Московской области достаточно большую разъяснительную кампанию. И тогда мы получим уровень собираемости платежей за вывоз мусора достаточно высокий. Еще одна тема встречи – безопасность. Одним из показателей достойного уровня жизни является процент смертности на дорогах. В связи с тем, что через Ленинский район проходит несколько федеральных и региональных трасс, и поток автомобилей достаточно высокий, увеличивается показатель дорожно-транспортных происшествий. Однако благодаря комплексу мер по безопасности удалось снизить число жертв ДТП. Приведу просто несколько таких примеров, и мне очень часто задают. Откройте поворот, например, левый поворот на Петровское, на одной из КПП. Раньше было два поворота, теперь один. Моя глубокая убежденность заключается в том, что комиссия по безопасности дорожного движения, причем Московской области, это региональная трасса, приняла абсолютно правильное и справедливое решение вместе с эксплуатантом дороги о том, что один из поворотов на городок Петровское должен быть закрыт. Если нужно сделать разворот и сделать крюк в километр, и это спасет хотя бы одну человеческую жизнь, значит, это нужно сделать. Но не только безопасность на дорогах является показателем хорошего уровня жизни людей на территории муниципалитета. Система «Безопасный город» призвана обеспечить комфортное нахождение людей на улицах поселений, не бояться за свою жизнь и здоровье, не переживать за свое имущество, спокойно отпускать детей одних в школу и на детские площадки. Вот что значит чувствовать себя в безопасности. Дать жителям уверенность в этом – одна из приоритетных задач администрации Ленинского района. Юлия Богосян и Адам Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.